относительно алины. Это ранняя капуста с периодом вегетации 50-52 дня. Алина буквально через 5 дней после этмы, округло приплюснутой формы, привлекательного зеленого цвета, с хорошей транспортабельностью, что очень тоже немаловажно люди отмечают. Ну вот на поле, это Скадовский район, здесь гектар посажено нашей капустой алины. Это агроволокно, это где-то в мае месяце уборка была, сейчас я вам скажу, где-то в 20-х числах мая, как раз цена на капусту уже упала. Но алину, благодаря тому, что имеет красивый товарный вид, и не надо было ложить в мешки так, другую капусту полиэтиленовую, при этом цена падала, и все, ее возили насыпом с этого поля по 2 гривны, когда капуста стоила в мешках там гривну, они по 2 гривны ее успешно продали. Вот такого приплюснутого характера, зеленого цвета, в принципе, я же говорю, головка от килограмма до максимально то, что я мог наблюдать, то у меня на огороде она росла, я ее специально не резал, думаю, подожду, когда она треснет. Максимально она, несколько листочков просто лопнули, и максимально то, что она набралась, было 1,9 кг. Это вот у меня, я сам себя дома зафиксировал. Зеленый красивый цвет, возможно, подобрать немножко чуть-чуть как бы не передает то, что именно какой цвет, но приплюснутая форма и вот этот листочек, который мы видим как шапочка, и при перегрузке, при транспортировке он не теряется и придает капусте ну, какой-то такой оригинальный вид, очень, который хочется купить, она получает, ну, как бы имеет хорошие востребованные на рынке. Видео. А, вот. Это вот видео, как раз видите, она подошла к уборке. Здесь просто показана выровненность самой капусты. То есть она вот готовы люди зайти резать, и мы видим, что более практически, ну более 90%, да, есть вот одна, видно, что маленькая, но в среднем вот размер вы более 90%, вы видите, вот, голова относительно руки, то есть это за килограмм, кило, может кило 100, то есть такой оптимальный как раз размер, оптимальный вариант. Вот. Высокая на ножке, если вы видели, я ее так по... шатал, то есть она не низко сидит, это немаловажно в том плане, что она не будет подгнивания от зимы. Ну, это тоже для капусты. Особенно в этом году было очень важно, потому что май как-то там дождливый был и прошлый год, дождики были, и, соответственно, больше дождей, влага накапливается, пасмурно, в листочках. Если при земле она сидит, с нее начинается бактериоз, начинается подгнивание самого кочана. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.